Какой напилитель нужен для дюка? А, ну, давайте вначале так. Что такое дюк вначале? Это гибрид вишни-черешневый. Причем он обязательно находится в таком подвешенном состоянии. Почему? Есть дюки естественные, вишни-черешневые. Родственники опылились, так? Вот. И получился дюк. Обычно это вишня, но это как это... разрекламировали, помню, Валерий Чкалов, вот, дюк-дюком назвали черешню. На самом-то деле, когда я вырастил, оказалась вишня. Ну, крупная, вкусная. И получается так. Угадать, кто, раз дюк это вишня и вишня и черешня, кто лучше пылит, невозможно. Значит, что получается? Метод тыка и побольше. И это самое. Помните, как это говорил, один пес барбос другому? Тебе что побольше, котлет или сосисок? Он говорит, того побольше, того побольше. Так и здесь. Садите рядом несколько вишен, несколько черешен, иначе вам урожая не видать. Вот здесь нет такого, что вот дюк. Дюк понятие широченное. Какие только сорта не участвовали в его создании. Как можно конкретный опылитель подобрать? Только метод тыка. Невозможно. Никто никогда вам не скажет, вот этот сорт, вот посадите рядом и будет. Потому что дюки все разнообразие.